Разрешено ли поститься во второй половине месяца Шабан? Относительно месяца Шабан, поста в месяце Шабан, есть достаточно хадисов от пророка, саллаллаху алейхи вассаляма, который приводит и Аиша, радиаллаху анха, где она рассказывает, что больше всего, помимо месяца Рамадан, посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассаляма, постился в месяц Шабан. Но однако есть и другой хадис у посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассаляма, где посланник Аллаха говорит, когда наступает середина Шабана, вы не поститесь. Согласно данному хадису, посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассаляма, запрещает начинать посты с 16 числа Шабана. Данный запрет не распространяется на тех мусульман, которые традиционно, по своей традиции, постятся по понедельникам, по четвергам, или же которые соблюдают серединные числа каждого месяца, или же те люди, которые с первого же числа Шабана постились до середины, они могут до конца месяца Шабан поститься. А также не запрещается поститься тому человеку, который начал поститься в месяце Шабан хотя бы с 15 числа и далее подряд. А также запрет не распространяется на тех людей, которые обязаны возместить пропущенные прошлогодние или еще более давние посты. Эти подробности можно узнать из книг шафиитского фикха «Тухфатуль Мухтадж», «Хашиятуль Джамаль», «Иянатуль Талибин» и во многих других книгах шафиитского мазхаба. Валлаху та'аля а'лям.